Владельцы этого имени имеют индивидуальные особенности человека, как доброта, человеколюбие, интуиция. Они всегда стремятся действовать. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. На поле битвы такие люди, часто безрассудно храбры, имеют все шансы быть убитыми быстрее других. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Носители этого имени готовы пожертвовать даже своей внутренней свободой и независимостью ради того, чтобы выполнить свою миссию по отношению к человечеству. Основная буква А в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Буква С в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой К мешает им осуществлять намеченные планы. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук Б в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. От душевного мятежа многие приходят к религии. Звук Б в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.